Владимир. Это же реклама, что ли? Да, конечно. Тут все очень хорошо, замечательно. Погода в Кемере отличная. Приезжайте в Кемер. Очень красиво. Очень красиво, прелестно, море отличное, красивое море, прозрачное море. Приезжайте в Кемер. Так, добрый день, меня зовут Эльвира, я из Татарстана. В Татарстане сейчас холодно, в Кемер приезжайте, в Кемере погода отличная, море шикарное, прозрачное, по всем стандартам. Очень много народу, это говорит о том, что здесь жарко, тепло. Солнышко печет, все отлично. Зовут меня Владимир, я приехал из России, Новосибирск, знаете такой город? Да. Ну, что хочу сказать, мне вообще мне нравится Турция, я уже, наверное, раз 7-8 приезжаю. Чем привлекает? Мягким, прекрасным климатом, замечательным морем, добродушным народом, который здесь проживает. Все очень нравится, замечательно отдыхать. В этом году уже второй раз. Похолоднее, да, как бы здесь теплее. Вот. Как раз, в принципе, погода подходит под температуру с ребенком, наверное. То есть не прямо, не сильно прям изнуряющая жара, но и не... Şimdi belediyenin plajında az önce ben izledim. Yerli ve yabancı birçok turistimiz var. Gerekli hizmetleri zaten alıyorlar. Şu anda 2015'te olmasına rağmen Kemer'de otellerimiz büyük bir doluluğu yakaladılar. Ve en iyi şekilde de hizmet vermeye devam ediyorlar. Bizim de zaten halk plajımız halkacık olduğundan gördüğün gibi hiç kalabalık eksik olmuyor. İnsanlar mutlu, belediye olarak biz mutluyuz. O plajı seneye daha iyi düzenleyerek daha iyi hizmet vereceğiz. Kemer artık hak ettiği yere yavaş yavaş geliyor. Şimdi sezon yaklaşık bir ay daha uzadı. Bazı otellerimiz mesela Fehim Otel kışın kapatmayacak. İşte Göynük'te kapatmayacak olanlar var. Bellim'de kapatmayacak olanlar var. Mesela Bart Otel şu anda bir aralığa kadar uzattık ama bu 1 Ocak'ta olabilir diyor. Bunlar bizim için, Kemer halkı için ve Esnaf için iyi haberler. İnşallah bundan sonra kış sezonunda da bayağı otellerimiz açarsa biz daha çok mutlu oluruz.